Это итоговый выпуск нашей программы. Меня зовут Ирина Корчагина. Здесь рассказываем о самых ярких событиях этой недели. И начнем вот с чего. Громкий визит. Накануне Барнаул принимал зам генпрокурора России Дмитрия Демешина. Он дал оценку деятельности краевых коллег и министров. Руководитель Всероссийского ведомства засомневался, что предотвращение коррупции в Алтайском крае идет должным образом и даже пригрозил местным чиновникам ответственностью за некачественную работу. За встречей наблюдала Анара Шагирова. Встреча важная и волнительная. Почти сдача экзамена только у зам генпрокурора России. Сегодня в Барнауле работал Дмитрий Демешин. Разговаривал с алтайскими руководителями ведомств Иваном Гилевым, это Минстрой, и Дмитрием Поповым, Минздрав. Вопросы не самые приятные. В частности, жилье для детей-сирот, а вернее только растущая очередь на него. Из-за чего Алтай в конце 2020-го попал под внимание следкома. Конкурсные процедуры, но по установленным показателям по приобретению жилых помещений для детей сирот в истекшем году не исполнены. За счет средств федерального бюджета приобретено 222 квартиры, а должно было быть 757. За счет средств регионального бюджета 74 из 170 – это то обязательство, которое вы законодательно брали на себя. Если бы не было никаких дополнительных, так скажем, вливаний, вы бы показатели 2020 года плановые выполнили, как выполняли до этого показатели предыдущих там, 4 лет, в среднем покупая около 400 квартир. Затем Демешин перешел к медицине. Есть вопросы по покупке препаратов для детей-инвалидов. История та же. Деньги на лекарства и оборудование выделили, но на Алтае их не освоили. В соседнем Красноярском крае сейчас расследуется дело в отношении как раз вашего коллеги, вот, которые пока переписывались с родителями, после чего того нужен ли этот препарат и каким образом будет осуществляться закупка. Мальчик умер, инвалид. Вот сейчас мы привлекаем к уголовной ответственности должностных лиц Минздрава Красноярского края. И сегодня уже проведена закупочная процедура, которую мы завершили на 5 миллионов 400 тысяч рублей. Они позволяют обеспечить детей, а их у нас 152 ребенка в регионе, расходным материалом в течение полугода этого. Не совсем доволен Демешин остался и от работы своих коллег. Несвоевременная выплата зарплат почти 4000 человек, неисполнение нацпроекта, недостаточное выявление коррумпированных чиновников. Тут есть нюанс, который мы фиксируем по ряду регионов нашей страны. Зачастую деньги по этому нацпроекту не на реальную поддержку занятости идут, а на содержание центров занятости. Работу краевой прокуратуры Демешин поставил под контроль, хотя и дал оценку 4 по 5-бальной шкале. Заместитель генерального прокурора намерен серьезно решать незревшие проблемы. Профессия прокурора мало похожа на работу Деда Мороза, пошутил Демешин. Поэтому алтайским министрам выписал предостережение. За его неисполнение может грозить реальный срок. Анара Шагирова, Алексей Фризин, Николай Шилко. День с толком. Кстати, о квартирах для детей-сирот говорили не только в прокуратуре. Краевые депутаты приняли закон о жилищных сертификатах для этой категории населения, чтобы облегчить приобретение жилья. Поможет ли эта мера и есть ли здесь подводные камни, разбирался Андрей Дрейер. Квартиры сироты смогут покупать сами, и регион скоро начнет выдачу жилищных сертификатов. Эту идею краевые депутаты одобрили единогласно. Закон принят, но он рамочный, то есть ключевые детали появятся в постановлении правительства края. Приблизительный номинал сертификата уже известен – 1 325 000 рублей. Причем сумма в сертификате одна для всей территории края. Сироте дадут 1 300 000, живи он хоть в Горняке, хоть в Барнауле, зато купить жилплощадь он сможет в любой точке региона. Раньше все было не так просто. А здесь будет возможность добавить свои деньги. Это могут быть как личные сбережения, как заемные средства, так и средства материнского капитала. Поэтому я думаю, что можно будет уже купить жилье не 33 квадратных метра, а жилье гораздо больше. При этом местные законодатели идут с опережением. Их думские коллеги такой закон пока не приняли, хотя проблема стоит остро для всей страны. Согласно данным счетной палаты, сироты, которые имеют право получать квартиру, появляются быстрее, чем государство успевает квартиры давать. А накопленная задолженность федерации составляет уже без малого 200 000 квартир.
Как видно, проблемы накопились. Прежде для ведомства, которое занималось закупкой, было выставлено слишком много критериев. Какое-то время за основу брали не рыночную цену, а статистическую. На такие деньги хороших квартир площадью не меньше 33 квадратов не купишь. А чтобы застройщики не спекулировали и не строили слишком плохие дома для детей-сирот, жилуправлению запретили выкупать больше четверти дома. Из-за такого количества часто противоречивых критериев чиновники даже не успевали осваивать деньги, как случилось в прошлом году. В сентябре доводят деньги в размере 700 миллионов для их освоения на приобретение квартир. Процедура конкурсная составляет 1,5 месяца, 45 дней. Само собой, за такой короткий срок освоить эти деньги крайне сложно. Соответственно, я так понимаю, что мы автоматически попали вот в эти так называемые антирейтинги. Чтобы теперь не попадать в антирейтинги, как уверены застройщики, нужно менять подход. Ведь параллельно с выдачей сертификатов будут продолжать закупать квартиры, а та жилплощадь, что нужна жилуправлению для передачи сиротам, самая ходовая. Для того, чтобы квартиры 28-32 квадратных метра в 2023 году на торгах появились, надо сегодня проводить совещание и застройщикам гарантировать, что вот эта проектная целевая адресная по рыночной цене, она у них выкупит. То есть это вопрос политики, ей надо заниматься. Соответственно, если сегодня в 2021 году квартир каких-то не хватает, значит в 2019 году, ну то есть два года там цикл строительства там дома, значит надо было в 2019 году проводить совещание. Кстати, основная часть застройщиков вообще не захотела с нами общаться. Тем не менее, проблем в сфере много. Сергей Войтюк, глава краевого исполкома Народного фронта, главной проблемой называет все-таки нехватку денег, недофинансирование. А уже следом идет нехватка жилья, подходящего критериям. И еще одна беда – формирование так называемого социального иждивенчества. Речь о детях, которые находятся на опекунстве у близких родственников. То есть им и так есть где жить. Как бы мы здесь ни породили серьезные ситуации, связанные с социальным иждивенчеством, когда мы, условно говоря, ведем осознанный отказ зачастую от ребенка, да, то есть дальше он берется под опеку бабушкой, дедушкой, близким родственникам, да, и потом в дальнейшем претендует, помимо того, что месячные выплаты идут, да, то есть на опеку еще и претензия на получение жилья от государства. Это может быть несправедливо по отношению к сиротам, у которых нет вообще никакой родни. К слову, принятый закон должен дать плоды, то есть сертификаты уже в этом году. Но сначала их будут получать те, кому выдано соответствующее заключение суда еще до 2019 года. Срок годности сертификата – 1 год. Далее потребуется продление. В этом году власти выделяют на эти цели первые 220 миллионов. Андрей Дриер, Алексей Фризин, Николай Шелко. День с толком. А тем временем дольщики Барнаулка Обстроя просят помощи у губернатора. Они боятся, что могут стать первыми обманутыми дольщиками с эскроу-счетами. О сложном состоянии компании застройщика говорили накануне на заседании Союза строителей. Несмотря на то, что более 50% домов в крае строятся по проектному финансированию, и для нашего региона переход на него был не таким болезненным, как в других, проблемы есть. Один из первых наших застройщиков, кто пошел на проектное финансирование Барнаулка Обстроя, испытывает серьезные сегодня проблемы. Есть проблема, она осталась и сегодня, то есть сегодня как бы те регионы, в которых стоимость жилья достаточно низкая, вот, а себестоимость высокая, в многих банках возникает вопрос к застройщикам рентабельности, то есть та маржа, которая должна быть там 15-20%, это минимальная, да, не все банки это устраивают и не каждый застройщик может такой цены достичь. Поэтому вот эта проблема остается, она не только у нас в Алтайском крае, она и в целом в других регионах, поэтому сегодня правительство Российской Федерации рассматривает вопрос, как-то помочь таким застройщикам вот в таких регионах. В прошлом году на всех, как всегда, неожиданно свалилась сейсмика, хотя эта сейсмика, она, постановление вышло еще в 2019 году, здравого смысла у всех хватило, что отменили хотя бы, значит, что касаемо жилья, пока на сегодняшний день сейсмику оставили в прежних 6-бальной для города Барнаула. А это что означает? Что сегодня как бы хотя бы не поднимется себестоимость так, как она предполагалась. Это даст возможность работать нашим промышленным предприятиям, особенно это завод «Сельдук», заводом силикатного кирпича, потому что, как мы уже говорили, возможность строительства силикатного кирпича только до 6 этажей. То есть вот как бы данный вопрос решил. Сейчас вопрос решается, я думаю, и он решится в скором времени. Это по строительству объектов соцкульбыта. То есть пока остается
остается карта Б, то есть это под 7 баллов. Но думаю, это тоже вопрос, хотя в Минстрое российском понимании есть, что в принципе логики нету. Тут отменили, а здесь оставляют. Актуален для строителей вопрос свободной земли под застройку жилых домов. Они уже не раз заявляли, что строить в Барнауле скоро будет негде. Остался там один такой крупный земельный участок, там предел 10 гектаров, это за метры, да, вот там все, больше таких свободных участков нет. Мы уже, мы темы как бы эти дали, все участки, которые предложения мы городу, по городу Барнаул дали, все предложения от Союза строителей, от Сролтайских строителей, мы эти предложения дали, там 5 или 6 таких крупных участков, ну большой участок это от улицы Просторной, там вот эти 900 гектаров, которые как раз попадают в зону вот, предприятия. Плюс там за ТЭЦ-3, там за силикатчиком, за Власикой туда. То есть ряд площадок мы назвали, как бы правый берег пруда, вот эта площадка, там 30 гектаров, даже 40 гектаров. Вот. То есть площадки они есть, но их нужно, над ними нужно работать. То есть где-то федеральная земля, ее нужно переводить там в краевую там, или в муниципальную. То есть работа, в принципе, она предварительно должна быть. И чтобы землю перевести, чтобы подготовить земельный участок, ну это 2-3 года уходит. А потом само строительство, там инженерные сети и прочее, прочее. То есть готовить участок, если крупный, это же надо подвести сюда и инфраструктуру, то есть водоканал, значит, тепловиков завести. Им же тоже надо понимать, куда свои перспективное развитие, куда направлять. То есть большая проблема стоит, и она за один год, конечно, не решится. В истории туристического курорта Белокуриха-2, или теперь уже Белокуриха-Горная, начинается новая глава. Там заработал первый спустя 5 лет строительства отель. По словам инвестора, забронировать отель могут и спортсмены, и пенсионеры. Почему появление жилого комплекса так затянулось и как меняется облик перспективного алтайского туркластера, смотрите в нашем сюжете. Курорт Белокуриха-2, или теперь уже Белокуриха-Горная, уже несколько лет привлекает туристов даже в таком нетронутом виде. Чистый воздух, горы – за этим на Алтай летят со всей страны. В этом году туристов станет еще больше. Здесь открыли первый отель. Его строили целых 5 лет. Процесс шел сложно, коммуникации не было. Газ не дотянули до сих пор. Его подведут только в марте. Мы даже не стали ждать, мы запустили, чтобы нарабатывать какой-то опыт уже, нарабатывать коллектив. Ну и, в принципе, это оправдывается, потому что уже на ближайшие вот дни все уже забронировано на 100%. В принципе, мест нет, а люди просят еще. Ну, для меня это главный показатель. Гостей курорта принимает один корпус на 27 номеров. Инвестор подчеркивает, что при разработке проекта делали упор на экологичный подход. Поэтому вокруг много дерева, а не пластика. Из дерева и сами дома, двери, окна и мебель. Природа снаружи, природа внутри. Туристы уже в восторге. Семья Ивановых из Красноярска на Алтае во второй раз. Здесь осваивают сноуборды. Почему сюда приехали? Здесь, во-первых, природа, воздух чистый, снег намного мягче, чем на других курортах. Ну и как бы... Не знаю, нравится нам здесь. Мишина гора – это то, ради чего сюда приезжают туристы. И если раньше дорога до ближайшего склона занимала около получаса, то сейчас она сократилась до 5 минут. Вот он дом, а вот склон. Быстро и удобно. И на этом работы только начинаются. Скоро здесь появится корпус с сауной и хамамом, двухэтажный ресторан и даже бассейн. По соседству строится 5-звездочный отель. Самый скромный номер там обойдется в 10 тысяч за сутки. О самом дорогом руководство умолчало. Появились люди, которые, инвесторы, которые могут сюда вложить. Мы видим это на примере там, вот, Гранд Крио, когда москвичи начали вкладывать сюда деньги. И практически каждую неделю у нас проходят переговоры с новыми инвесторами. По словам Акимова, земельные участки для строительства уже приобрели 20-25 инвесторов. И, кстати, трудятся здесь не только над созданием жилых объектов. Кроме спортивной составляющей, главный вектор развития Белокурихи-Горной – туристические маршруты. Для их разработки уже создан общественный совет парка предгорья Алтая. В него вошли экскурсоводы, владельцы турфирм и санаториев. Так что, возможно, скоро туристы будут отдыхать здесь не только в номерах. Анара Шагирова, Дмитрий Денисов. День с толком. Краевые депутаты приняли закон о муниципальных округах. Теперь на Алтае есть такая форма территориального управления. Коротко говоря, это децентрализация власти на уровне района и сохранение на местах большего количества налогов. Однако для жителей региона такой формат непривычен, неясен и вызывает много вопросов и сомнений. Пока они звучат в одном районе, Залесовском, где больше года местные власти объясняют населению преимущества управленческой трансформации. Залесовский район станет пилотным, где должно это произойти –
Для главного перехода муниципальные власти уже изучают подобный опыт у соседей, в частности, Кемеровской области. Просчитывали, на какие сферы пойдут дополнительные деньги, которые останутся в районе. При этом подчеркивают, что запросы населения при новом формате будут слышать так же, как и прежде, а проблемы решать. И вот мнение главы муниципалитета Александра Пластеева о разнице управленческих систем. Сейчас мы имеем двухуровневую систему. То есть есть район, а как орган местного самоуправления, так же органы местного управления в виде сельских поселений. И тот орган власти, он самодостаточно имеет свою правовую базу и правовую основу. И по большому счету сельские поселения, они не подчиняются району. То есть взаимодействие именно выстроено в 131 законе. А у сельских советов имеется свой устав, свой бюджет, свое количество депутатов, которые решают те полномочия, которые закреплены в 131 законе. То же самое и по району. Есть свой устав, свои полномочия и свой депутатский корпус, который решает те вопросы, которые закреплены в 131 законе. А сейчас принято новое понятие муниципального округа. Сельские поселения как самостоятельная единица уходят, и просто не будет депутатского корпуса. И не будет именно сельских поселений как юрлиц. Но на местах останутся специалисты, которые будут являться начальниками территориальных отделов. Ну, таким образом, у нас главы сельских поселений, они трансформируются или переходят в структуру администрации и будут являться начальниками территориальных отделов. Таким образом, вот наши опасения у населения, у многих, что отдаляется власть от населения, такого не будет. Почему? Потому что также справки, вопросы, которые решала поселковая администрация, она также будет решаться только уже начальником территориального отдела. А по большому счету идет упразднение только централизованной бухгалтерии, это раз, и депутатов сельского уровня. Но вот 19 сентября, когда мы проведем выборы, у нас 19 депутатов останется, они будут представлять интересы всех жителей населенных пунктов. И таким образом, как раз вот о чем мы говорим, вот конституционное право выбирать и быть выбранным, оно останется. Сейчас, чтобы вы понимали, у нас на уровне района 99 депутатов. Из них 80 сельского уровня и 19 районного уровня. Поэтому у людей не всегда есть понимание, за что отвечает депутат сельского поселения, а за что депутат районного уровня. Ну и самая главная проблема сейчас – это, конечно, кадры. Многие депутаты складывают полномочия по необъяснимым причинам, потому что они понимают, что тот уровень доходной части бюджета сельского поселения не получается решать те вопросы, которые возложены на сельские поселения. Для муниципальных округов принято решение все-таки по упрощенной системе налогообложения не 50 на 50 делить, а 75 на 25. 25% будет уходить в край, 75% оставаться на территории. Вот это одно из плюсов при переходе на одноуровневую систему. И второй момент, на который тоже надо обратить внимание, по федеральному законодательству муниципальные округа по НДФЛ приравниваются к городским округам, и доля, которая остается у нас в районе, в муниципальном округе, должна была составлять 20%. Но принято решение, и нас поддержал Минфин Алтайского края, что доля останется также на уровне 60%. Поэтому плюс УСН у нас будет больше по сравнению с другими муниципальными районами сельскими на 25%, и будет составлять 75%. А по НДФЛ мы останемся, как и муниципальные районы, что тоже является немаловажным фактором. Я могу только говорить об опыте наших коллег. Кемеровская область, наши соседи, Гурьевский район, были 13-ми. И они окружную систему уже опробовали в течение года. Конечно же, это самое главное не оптимизация, как многие думают, а это более эффективное принятие управленческих решений. Вы понимаете, у нас является в муниципальном округе единый бюджет. Это единая система управления и, конечно же, единая система ЖКХ. Вот если где-то какие-то проблемы существуют, мы можем мобильно перефинансировать какие-то проблемы. И самое главное – это участие в программах. Если сельские поселения мы
понимаем в априори, это не могут сделать. Я говорю о наших муниципальных образованиях, потому что у них сейчас затраты и расходная часть – это зарплата и коммунальные расходы. На программы финансовых средств просто нет. Это из-за действующей системы налогообложения. Поэтому при формировании бюджета в муниципальном округе мы уже можем закладывать финансовые ресурсы для участия как в краевых, так и в федеральных программах. Потому что мы же понимаем, для того, чтобы участие в программах было, надо выполнить три вещи. Первое – это должна быть проектно-сметная документация. На это надо выделить местные финансовые ресурсы. Затем положительное заключение. И мы уже будем выбирать, в каких программах участвовать. Либо это будут краевые программы, либо это будут федеральные программы, которые требуют одним из условий – это своя доля должна быть софинансирована. То есть вот я пример вам приведу. В прошлом году по поддержке местных инициатив наш район по каждому населенному пункту подал заявки. И все 22 заявки прошли конкурсные процедуры по одной причине, что наша доля софинансирования была уже заложена в районный бюджет. Де-факто мы уже в муниципальном округе, потому что все полномочия, которые мы раньше передавали на уровне сельских поселений, сейчас мы их выполняем уже администрацией района. Поэтому мы и пришли к тому, что необходимость уже юридически созрела для перехода именно на одноуровневую систему. Когда муниципальный округ будет 19 депутатов, и за все будет отвечать один глава уже муниципального округа. И тем не менее, через 10 дней после принятия закона муниципальный округ все еще не сформируют. Во-первых, в Залесово все еще ведут разъяснительную работу, чтобы все населенные пункты одобрили переход. А во-вторых, система заработает с 2022 года. Время для подготовки есть. А более подробный разговор с Пластеевым смотрите в большом интервью на следующей неделе. К следующей теме. Эта зима оказалась богатой на порывы. Коммунальные проблемы вновь в Косихинском районе. Часть жителей в селе Верхбобровка сидит без воды с начала года. И решать эти проблемы не спешат. Почему и какие варианты есть у населения, выяснял Илья Кочетков. В этом селе Косихинского района 2021 год облегчения не принес. Перед Новым годом и без того закрытые пандемией в домах жителей остались без воды. Верхбобровка когда-то была большим богатым селом, теперь то, что называют умирающим. Это едва заметная бочка водонапорной башенки, остатки былого величия. Она снабжала водой половину села, а в последние годы два оставшихся жилых дома. Они-то и остались без воды. Чтобы не ремонтировать этот порыв, к нам просто приехали, провода в башне отключили, отключили провода в башне, и все, без всяких ограничений, нам не сообщили, ничего не сказали. И просто у нас мы сидели без воды, морозы 40 градусов, мы сидели без воды. Возмущенные люди вышли на власть. Только после этого в селе организовали подвоз воды. Эта вода и стираться, и мыться, и все делать. Абсолютно. И другой воды у нас нет. И принести мы ее не можем. Вот только то, что возят в бочки. Это половина моих фляг, потому что у меня их 18 штук. Правда, перед использованием воду нужно отстаивать. Осадок довольно большой. А для питья она и вовсе не подходит. Возит эту воду с другого конца села сельский староста. При этом расходы на топливо, например, ему не компенсируют. Вот бочка. Цепляем ее за трактор. Вот у нас есть ЛТЗ-82. Заливаем ее полную воды. И везем раз в неделю, там, ну, бывает, позвонят, чуть-чуть чаще возим. Вам за это платят? Ну, за саму воду не оплачивают. Как бы просто, как староста, получаю зарплату, поэтому стараюсь оправдывать свой заработок. А солярка для трактора? Солярку нет, не оплачивают. Солярку покупаю за свой счет. Итого, без воды всего два дома. Саму воду так или иначе доставляют. Возможно, поэтому районные власти проблему не считают особо острой и предлагают немного подождать. Вопрос дальнейшего водоснабжения ваших двух домов стоит на контроле администрации района. Весной текущего года вам будут предложены варианты решения текущей проблемы. Какие именно варианты, в документе не проясняют. Однако в этом же ответе указано, что вышедший из строя водозабор убыточен, а денег на него нет. Делаем вывод, чинить его будут вряд ли. Другой вариант, по словам самих жителей, бурить новую скважину. Но и это упирается в деньги, причем немалые. Вода здесь на большой глубине.
кто-то скажет, вот придумали проблему в деревне, да воду найти. В конце концов, колодцев здесь что, нет? А в том-то и дело, что когда в 90-е годы тут организовали централизованное водоснабжение, колодцы в основном забросили, реанимировать их сейчас практически нереально. Даже в речке для каких-то бытовых нужд взять воду не представляется возможным. Сейчас она перемерзла, а летом к ней просто не подобраться. Так жителям остается терпеливо ждать и надеяться, что весной власти найдут решение проблемы. Иначе и правда придется рыть новые колодцы или прорубать путь через заросли к оттаившей речке. Илья Кочетков, Алексей Фризин, «День с толком». Проблемы со школьным питанием, которые периодически всплывают в родительских чатах и в СМИ, возможно, скоро исчезнут. Дело в том, что 1 марта в Минобре края подведут итоги опроса вкусовых предпочтений учащихся. Что школьники предпочли бы видеть на своей тарелке? Пиццу, сосиски в тесте или свежие фрукты и овощи? Опрос чиновники проводили в течение 2 недель в официальных социальных сетях министерства. Участие в нем могли принять и родители, которые, кстати, периодически жалуются на школьное питание. По словам министра образования, только в начале третьей четверти было рассмотрено 68 обращений родителей барнаульских школьников. Половина таких неподтвержденных, скажем так, по факту проверки, из оставшейся половины это даже благодарности, а остальное это не то меню. Ну, как это в сентябре, например, началось, когда, значит, родители стали говорить, на завтрак мы тоже хотим, допустим, чтобы было мясные изделия, пусть не каждый день, но чтобы какое-то было разнообразие, а не только, ну, например, условно говоря, каша. Значит, это охлажденные блюда, то есть они не той температуры, которой было бы приятно и комфортно кушать ребятишкам. Ну, то есть вот это вот основные, я бы назвал, 2 причины. На старте проведения опроса в предпочтениях школьников лидировала пицца, беляши и пирожки. Но это не значит, что кормить учащихся теперь будут этой едой. Все-таки основная цель посмотреть, не, как сказать, не выявить то, что дети хотят, и предложить им это в школах, а выявить пищевые пристрастия, особенности пищевого поведения наших детей и понять, как можно меню, так сказать, вот, ну, сделать еще более здоровым. В России нет политзаключенных. Эта фраза уже осталась в истории региональных СМИ. Ее автор Мария Бутина, выпускница АГУ, основатель общественной организации «Право на оружие», но всемирно известной она стала после того, как попала в американскую тюрьму в 2018 году. Ее обвинили в шпионаже. На прошедшей неделе Мария Бутина приезжала в «Альма-Матер» официально для презентации книги, написанной после тюрьмы, «Тюремный дневник», а неофициально, чтобы поговорить о политике, обществе и актуальных событиях. Так чем заканчивается мысль о политзаключенных и как прошло общение с молодежью, слово Татьяне Голубевой. Счастлива снова видеть много снега, родные лица, родной вуз. А еще готова ответить на любые, даже самые острые, каверзные вопросы студентов своей «Альма-Матер», сказала Мария до начала встречи. За лучший вопрос – книга, написанная после того, как наша землячка несколько месяцев провела в американской тюрьме. Студенты были активны, в основном политологи, как и сама Бутина. Никита Михалков высказался, предложил лишать российского гражданства тех граждан, которые призывают к введению антироссийских санкций. Мне бы хотелось узнать ваше мнение касаемо наказания именно уголовного за призыв к санкциям. Лишить вас гражданства, я считаю, что это неправильно. Какую бы вы позицию ни высказывали, это ненормально. Что касается ответственности, я думаю, что она должна быть. О Марии Бутиной в России заговорили в 2018-м, когда ее задержали в США, обвинили в шпионаже. В тюрьме она провела больше года. По возвращении на родину начала активную общественную деятельность и написала книгу. Сейчас презентует ее по всей стране и говорит с людьми на актуальные темы. В России нет политзаключенных, поэтому если тема и обсуждалась, то она обсуждалась применительно к нашим согражданам, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию за рубежом. По мнению Бутина, такие встречи, как сегодняшний диалог на равных, должны быть обязательно. Так студенты могут общаться с политиками, общественниками, спортсменами, ведь студенчество и в наше время политически активная часть населения. Студенчество всегда будет активно, студенчество всегда в определенной мере будет протестно. Это совершенно нормально. У наших ребят сейчас другие вызовы. Я думаю, что их энергия, она должна быть все-таки направлена в правильное русло. Если дистанцировать себя от этой работы, то, естественно, можно ожидать, что невозможность применить вот этот избыток молодежной энергии, он в конечном итоге ведет в деструктивном направлении. Поэтому, на мой взгляд, это слаженная государственная политика, которую сейчас вести очень непросто, потому что нам противостоят очень серьезные силы.
На вопрос, планирует ли сама Мария пойти в политику, ответила уклончиво, если только народ попросит. Зато о книге говорила с удовольствием. 540 бумажных страниц, уверена Бутина, не заменит ни один фильм. И ее с удовольствием прочтут и взрослые, и студенты, и дети. Это, знаете, как в жизни, нельзя просто придумать, это можно только пережить. И поэтому она написана довольно простым языком, я писала ее абсолютно сама, здесь нет никаких литературных рабов, которые бы там за меня что-то там где-то дописывали, этого нет, там нет никакой цензуры. Книга упоминает все имена и события такими, как и они были. И в этом плане студентам классического вуза повезло немного больше. О каких-то историях они смогут спросить Марию лично. Такой шанс у них появится. С 1 сентября выпускница политологического факультета будет преподавать в АГУ. Уже есть договоренность с руководством университета. Конечно, лекции будут проходить в дистанционном формате, но и личное общение по возможности Мария только приветствует. Татьяна Голубева, Николай Шелко. День с толком. Еще одно значимое событие недели – День защитника Отечества, благодаря которому мы очень долго отдыхали. Но следующие наши герои в свой праздник дома сидеть не стали, вышли на мороз заниматься спортом. И это, как ни странно, не барнаульские моржи, а футболисты. За ними наблюдали и наши парни. Слово Андрею Дрейру. Мяч на снегу, и говоря футбольным языком, неясно, как его обрабатывать. То есть, как принимать, пасовать и бить поворотом. И еще одна проблема для профессиональных любителей. На улице ниже минус 20. Или не проблема? Что мотивирует человека в минус 20 в праздник выходить и играть на снегу? Ну, это в первую очередь желание встретиться с друзьями в праздничный день. Но, во-вторых, конечно же, любовь к футболу. Все знают, что у нас есть команда журналистов Алтая. Уже 7 лет мы сражаемся в мини-футбол. И сегодня предпочли такой отдых застолью, так что футболисты встретили мужской праздник в компании правильной белочки. Тем более для многих футбол – хобби с детства. Меня в 5 лет отец научил футбольным финтам. Я посмотрел, как он обращается с мячом, и был просто заворожен. А потом мне отец стал рассказывать, что и он тоже был капитаном сборной Белоярска. У них команда называлась «Ураган». Это был 70-72 год, и они держали там в таком футбольном страхе все ближайшие села. Теперь их дети держат в страхе соперников. Футбольные соревнования среди журналистов, чиновников и многих других специализаций – не редкость, но на снегу впервые. Коллеги-железнодорожники перчатку нам бросили вызова еще в декабре. Но вот пришлось встретиться. Но все выросло до небольшого турнира. Посмотрим, может быть, и станет традиционным. А в первой встрече золото забрала команда Министерства спорта. На вторую ступень пьедестала поднялись журналисты Алтая. Причем в перерывах умудрялись не греться в раздевалках, а еще и соревноваться в пенальти. Андрей Дрейр, Александр Антропов. День с толком. Это были самые яркие события этой недели. А далее прогноз погоды, спонсор прогноза компании «Валар». Напомню, для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас в соцсетях. И, кстати, у нас отличная новость. С 1 марта мы будем выходить на 22 кнопки всех кабельных операторов. Хороших выходных и до встречи в эфире.